Мальчики, вас Люминка и девочки Лосихи поздравляют. Да. Ой, целуют, да, Лю? Целуют. Да. Поздравляю, мальчишки, вас с 23 февраля. Всего вам самого замечательного. Чтобы оставались такими же сильными, смелыми, и мы, девочки, могли на вас положиться в любой ситуации. Очень вас любим. Да, Лю? Да, Люма? Да, Люминь. Ну скажи да. Да. Дорогие наши мужчины, поздравляю всех вас с 23 февраля. И желаю счастья, здоровья и приезжайте к нам в Велес помогать почаще. Давайте поздравляем всех мужчин, мальчиков, молодых людей и вообще всех прекрасных волонтеров, которые сюда приезжают и помогают, потому что это очень здорово. Мужчины всегда нужны. Вот не одним женщинам таскать тележки всегда очень классно. Быть вот эта самая мужская энергия всегда круто помогает. Поэтому будьте все здоровы, полны сил. Вот. И вдохновение, и желание помогать, приезжать, и чтобы у вас было побольше времени на это. Вот, и вообще побольше всяческих сил. Вот, будьте счастливы все. Пусть у вас будет все хорошо. Мы, две девочки, поздравляем наших мальчишек-помощников с наступающим праздником. И очень мы рады, когда они у нас есть. Когда у нас есть на кого положиться, мы, как говорится, скажи, и сами все можем. Но очень приятно, когда, скажи, кто-то может помочь. С праздничком! Наши мужчины, поздравляем вас с праздником! Пусть в вашей жизни как можно больше будет приятных моментов, радостных, чтобы они вас вдохновляли на подвиги, на то, чтобы защищали нашу Родину, наше Отечество. Желаю вам здоровья, всего самого-самого лучшего. И пусть у вас всегда будет любимый человек рядом. Мужчины, поздравляем вас с праздником 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Желаю вам всего самого хорошего в этой жизни. И мальчишки, мы поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Желаю всего самого замечательного. Да, да. Любви, счастья. Продолжайте нам помогать, нас охранять. И все будет хорошо. И мы очень-очень рады, что всегда можем на вас положиться. Можете, кстати, загадать желание между нами Никушками. Праздником!